Самая масштабная стройка века начнется на Амурской земле уже в следующем году. Космодром «Восточный» — полет мысли лучших архитекторов, строителей, ракетчиков и инженеров. Сейчас полным ходом идут изыскательские работы. Прежде чем запускать ракеты, надо поглубже закопаться в землю. Вахта рабочих не меньше месяца. Потом заступает другая смена. Сейчас у нас здесь работают 15 буровых станков, 4 геофизических бригады, 2 бригады гидрологов, экологический отряд. 50-метровая глубина бурения – это как раз под стартовый стол. На 15 метров бурят под монтажно-испытательный корпус для новой ракеты-носителя «Ру-7». Скважины по 15 метров, пески. В день делают по 2-3 скважины. Будущий космодром «Восточный» исследует и на возможные колебания земной коры. В каждом из вот этих блоков находится 2 направленных датчика. Один вертикальный, один горизонтальный, которые фиксируют подольные и поперечные волны. Специальные сейсмоприемники уже показали. Вероятность землетрясений на стартовой площадке почти нулевая. А на глубине 50 метров лежат гранитные плиты. Они послужат естественным фундаментом. Только с вертолета можно охватить территорию космодрома целиком. Площадь застройки более 100 квадратных километров. 2 стартовые площадки, кислородно-азотный завод, город с населением почти 30 тысяч человек. Углегорск уже готовится к статусу наукограда, в котором будут жить и работать выпускники Амурского государственного университета. Абитуриенты идут и знают, что они будут работать и получать достойную зарплату, и будут участвовать в великом деле. Они хотят этого. Соглашение о сотрудничестве подписали глава Роскосмоса Владимир Поповкин и губернатор Амурской области Олег Кожемяка в финале рабочей встречи в Углегорске. Теперь участники проекта «Восточный» будут собираться чаще. Впереди самый ответственный этап – начало строительства. На этом месте с видом на будущий космодром нельзя не остановиться. Уже в 2015 году отсюда можно будет увидеть старт новой ракеты, работающей на экологически чистом топливе.